парень побежал передо мной. Ну, он бежит вдоль дороги, а мы будем сегодня бегать в парке. Привет, привет. Доброго тебе утра. Ну, пока я еще не добежал до парка, здесь при свете фонарей покажу, что сегодня бегу я не в ветровке. Вот такая совершенно легкая мастерка спортивного костюма. И там моя термомайка. Решил проверить, каково это бежать без ветровки. На форумах просто вычитал и подумал, ну действительно, что это я так? Ветровки, спортивный костюм никто не отменял. На птичьем острове мы. Ты знаешь, что пока сюда бежал, уже встретил троих занимающихся. Делали упражнения в разных местах. Так классно. Знаешь, такая тихая погода. Такая какая-то дымка. Утки неспешно плывут. Народ, делающий упражнения. Классно. Знаешь, поговорим сегодня в блоге о экипировке осенне-предзимней. После последнего нашего бега я уже проверил и теперь знаю, как ведут себя кроссовки внедорожники с мембраной Горетех и как себя ведет другая амуниция. И, кстати, амуницию надо знать, какой бегать или заниматься спортом в грязи. Вот приведу в конце своего блога пример видео с велокросса бельгийского, который прошел в эти выходные. Ну, посмотришь, что значит такое грязь и как с ней бороться. Ну, а на сегодня единственное, что скажу, что вот я уже 15 минут бегаю в этой экипировке. И сначала, знаешь, так, были как укольчики. То ли холодные, то ли горячие. Это пот начинал выходить. Сейчас уже такого ощущения нет. Наверное, все притерлось. Но я не чувствую себя мокрым. И в то же время мне здорово жарко. Хотя, ну, спортивка, ну, совершенно наилегчайшая. Такой полистирол, трикотаж. Без всякой подкладки. Вот. Сказал полистирол и сам что-то удивился. Полиэстер, конечно. Шмотка из полиэстера. Все, у меня уже из-под кепки сетчатой пот уже пытается вырваться наверх. Ну, через дырочки вырвется. Классное утро. Супер пробежка. Мне еще бежать минут десяток. До следующей встречи. Пока, 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 пока. А тебе приятного просмотра моего любимого велокросса по зимним бельгийским дорогам.